россияне. Я тут подумала. Я отдыхала в Крыму в конце, наверное, вообще 80-е и в 90-е годы. Я помню, что там был... Мы останавливались у хозяев, где туалет был на улице. И душ на улице. Вот. То есть мы ходили мыться в баню, в уличный душ и все такое. Но это были, говорю, как я уже сказала, 80-е, 90-е годы. С тех пор, конечно, все изменилось. Ну так вот, что я хотела сказать. Вы говорите, мы пришли, значит, забрали Крым, потому что он там падал, и в упадок приходил, что-то еще. Украинцы говорят, нет ничего подобного, а Крым поднялся в развитии. Хорошо. Даже возьмем тот факт, например, что... ну, например, взять какую-то неразвитую область России. Вот если она неразвита, что, ее можно забрать, что ли? Нет, нельзя. Ну, нельзя зайти в любой город, который неразвит, и не сказать, вы неразвиты, мы вас забираем. Вот если бы Украина отдала вам Крым, вот это другое дело. Украина должна вам что-то отдать, чтобы это было ваше. Вы не можете зайти с войсками и забрать себе по какой-либо цели, да? Там Донбасс, он жил плохо, да? Нет, нет. Короче, это так и происходит, потому что ваша территория тоже не развита, не все одинаково, правильно? Не все же Москва. Вот, дальше, второй момент. Сейчас вспомню. Путин сказал, что мы идем спасать людей. Ну, нормальный человек, образованный, сказал бы, Путин, если тебе нужны люди, отстрой этим людям детские сады, больницы, позови на работу, они сами приедут, правильно? Ну, прям в Америку никто же никого не зовет, и они сами едут, да? Вот, Путин же понимает, что люди – это не рыба. Ну, например, если, например, в Украине погибала рыба или лиса, да? Ну, лес же к вам сам не придет, я еще могу понять, лес идут спасать. Вот, рыбы спасут. Но люди же – это не рыба и не лес. Те люди, которые хотели, они же к вам приезжали на заработки. На заработки. И уезжали обратно в Украину. То есть, получается, они вас, ну, как бы, попользовали и бросали. Поэтому, как бы, приходить с войной в Украину, понимая то, что снаряды убивают всех подряд, и рассказывать при этом, что мы совершаем благое дело, нет, это военное преступление. Это геноцид против украинцев.